Эти аппетитные имбирные пряники украшают рисунками дети сотрудников предприятия «Энергосбыт Плюс». Готовят угощения они не для себя, а для управляющих компаний, которые станут участниками акции «Лучшие УК и ТСЖ» и получат в качестве приглашения сладкий бонус. Так как это наши лучшие клиенты, мы решили подойти с душой. Я думаю, нашим участникам будет приятно получить такой символический подарок, который сделали со всей душой, своими руками дети наших сотрудников. Чтобы побороться за победу в акции, управляющие компании ТСЖ не должны иметь долгов перед Т+, и вести качественную подготовку к отопительному сезону. В каждом здании под их обслуживанием должны быть установлены общедомовые счетчики теплоресурсов, а в 90% квартир иметь индивидуальные приборы учета горячей воды. Сейчас лето, и это активная пора подготовки к отопительному периоду. Я всех призываю участвовать в наших акциях и активно влиять на работу своих управляющих компаний в этом аспекте. Главный подарок победителям акции – сертификаты на приобретение строительных материалов и техники для обслуживания дома. Итоги конкурса подведут в конце года. Андрей Григуленко, Николай Пифанов. События.